опять подумал, постоял на дорожку и пошел. Молодец, говорил, все. Да, блять, ну. Что там, нарисовал или что? Нашел? Мне прям даже интересно. Воронина. Однажды в Египте я увидел черепах. На следующий день я купил ворониных. Потому что думал, что они... Что? Что, блядь? Ой, я дойду до 12-го сегодня, нет? Нет, ну ладно. Блять, что это? Пиздец. 6 секунд, блядь. Вахуй, бля. 6 ёбаных секунд, охуенно. Хватит. Фига, тютя в тютю хватило, охренеть. Да, блять.
Воронина ниндзя и черепашки ниндзя. История одного египетского фараона. Я нашел более смешную версию названия для этого. Воронина ниндзя и черепашки ниндзя. Блять. Где ты это находишь? Чертогах разума. Как Шерлок? Бенедикт Аберсвоч. А, нет, Бенедикт Камбербэтч. Что за нахуй? Я не успеваю. Ах ты, блядь, проститутка ты, блядь. Шалашовка ты, блядь. Сука, проститутка ебучая, блядь. Ёбаный Донован, сука. Блядь, из-за него, сука, минус, блядь, не знаю, 7 секунд, наверное. Блять, шатал его квартиру, водил его в кино, блять. Надевал на него шапку, бля, и ебал нахуй его. Не, ну шапку это переборщил, да, не надо шапку. Ну это хуйня какая-то. Давай посмотрим, какой четвертый. На самом деле это ресет, но я хочу посмотреть, что за четвертый у меня сейчас будет. Не, нормально, ладно. Нормас. Достань, пожалуйста, спасибо. Фига себе. Сейчас подожди, прочитаю. Тут письмо. Нифига, есть шанс, кстати. Вот как обычно, у тебя говно первый, второй, третий, зато великолепный четвертый. Don't
по итогу продолжаем. Это чуть ли не голда. Уже устал смеяться. Блин, это голда. Или нет? Или да? Или... Ну, почти. Охренеть можно. 12 секунд засейвил. Так, в этой серии Ворониных мы узнаем, что фараон фараонов — это тот, кто сидит в тюрьме. А еще, что у фараонов есть своя история. Воронины ниндзя — фараон. Что? Воронины — это сериал, который рассказывает про семейство Ворониных. Костя, его жена Галина Ивановна, имеет двух фараонов. Маша и Вероника. Мария является очень успешным фараоном, а Вероника является фараоном. Воронины ниндзя — фараон. Египетский фараон, которого посадили в тюрьму за то, что он убил своего отца. Ебать, что за наркомания. Они оба там сдохли. Охренеть, да. Ну, как обычно. Пиздец. Ну нет, Донован. Опа. Сигнал ты меня не сможешь заруинить. Или сможешь? Ну-ка, давай проверим. Ух ты! Нифига себе время! Вот в третьем еще сэкономить, прикинь, уже вот засейвил бы сейчас еще бы больше. Так же не бывает, правда, что ты и там везде прям засейвил. По сюжету на земле жили были три брата волосатика. Один из них был настоящий ниндзя, второй черепашка ниндзя, третий фараон. Все они очень любили друг друга и вместе боролись со злом. Однажды их вселенная была уничтожена. Братья оказались в Египте. Там они познакомились с двумя детьми-близнецами. Они тоже стали ниндзя. И у ниндзя появилась новая цель — вернуть... Пиздец.
А прикинь, тут минус 20 было бы. Это ж да. Пиздец. Не может же быть все идеально, правильно? Ага. Ты угораешь. Не, вот ты серьезно, блядь. На полном, блядь, серьезе. Пиздец, да что вы делаете нахуй? Что нахуй? Да, естественно, я подобрал не то, блядь. Сука. Ну это ГГ. Ебать, минус 10 секунд. Пиздец. Просто пиздец. Ёбаная кухня, блядь. Ёбаный Донован. Он, блядь, то АФК реально, а то такой... О, ебану по Блейз, ну пиздец. Но тут еще может срандомиться. Я, конечно, сказки верю, что у меня рандом в мою сторону сыграет, но мало ли. Ну и хули. Бля, пиздец, очень-очень большой этот таймлосс, очень большой. Тут подсейвил, кстати, чуть-чуть. Ебать! А что, так можно было? Нихуя себе, блядь. Там, короче, на самом деле на черри можно так делать. У нее, короче, Майти Билл, если посмотреть, не помню, в каком-то ране у него есть. Типа он берет в прошлом секции меч, не тесак, отбегает влево, надеется на рандом, прыгает этот главный,
Он делает Death Special, эти отпрыгивает, и он два раза просто рубает этого главного, и все. То есть, вот так вот он делает. Не знаю, можно ли так на других персах, но вот сейчас чисто у меня первый раз на Blaze так получилось. Это прям реальная хрень какая-то. Давай, Фероси. Охрен. Так, Донован. Ну да, там прям четкий сетап нужен, но все-таки, наверное, Е. Это не точно, но, наверное, Е там на рандом надо как-то надеяться. Короче, сейчас главный стейдж, как обычно. В чем фишка? У Фокса нереальное время здесь. Я не могу побить из ВР из-за вот этого стейджа. Из-за своей рукожопости тоже. Поэтому сейчас все главное на этот стейдж. Вот если он не получается, это все, это ресет. Ладно. Yeah.
Ладно, немного не так, но... Да, сука, да! Но тут подсейвить еще парочку секунд, ну ладно. Так, я отключаю чат. Извините, парни. Включаю чат. Надо забирать. Пора. Угу. Ладно, на агентах потерял, ну ладно. Вот тут самое главное сейчас. Блять. Пиздец. Просто, бля, пиздец. Это минус раунд. Блядь. Сука! Сука, ну как можно было проебаться? Все, бля, можно нахуй ресетать. Пиздец. Просто пиздец, бля. Он просто упал, блядь, ниже, чем должен был, блядь. Вс
Всего-то 3 голды надо сделать. Интересно. Ладно, включу чатик. Все-таки есть шанс. Всего-то 2 голды сделать. Отлично. А, нету, понял. Ладно, ладно, ладно. Yeah!
Охрен. Бля, ну конечно. Ни раньше, ни позже, да, блядь? Пиздец, минус 3 секунды, нахуй, спасибо. Так, ну все, все шансы, пацаны. Все, не просрать. Тихо. Yeah.
О, нет. Серьезно? Игра мне не хотела отдавать ПР. Просто самый дебильный паттерн, капец, это что такое вообще? Изивэр, пацаны, забирайте там. Макс у меня говёный. Забирайте, пацаны. Кто хочет, пожалуйста, забирайте. Я всё. Мне хватит. Ой, что за жесть. Я, понимаете... Я пришел к близнецам, я забыл комбо. Я забыл комбо на близнеца. Я такой, бля, что делать? Сука, ладно. Меня мышечная память выручила. Меня просто выручила. Я такой, так, ну тут вроде так, тут так. Концовку я забыл совсем. Потом, ладно. И просто робот такой, хуяк в анимацию в долгую. И опять хуяк в анимацию в долгую. Ну это пиздец. Просто не хотел мне игра отдавать рандом. И вахуй. Thank you guys for GG. Я моя мышка, блядь. Вот. Так. Да я увидел саб второй стейдж. Подумал, сразу будет хорошо. Так, где там, чё? Скам-дверь. Да, скам-дверь это вообще жесть. We need to fix the door. Так. I will never come with Scamindian. Thank you, Golden Arts, for GG. Red, спасибо за GG. May, спасибо за GG. Lenore, thank you for GG. Badrito, thanks for GG. Persian Surfer, thank you for GG. Rel, спасибо за GG. Сначала в говне. Это жесть какая-то. Shadow, yes, yes. Thanks, Libo. Все! Все она! Все, сука, наконец-то, блядь! Сука, блядь! Я могу спать! Кстати, чтобы вы понимали, я из-за того, что я, у меня весь шестой получился в целом, кроме теней. И что еще, что еще? Все, в принципе. А, тени, мисс Игрик и, блядь, робот. Пиздец. Теперь, короче, вот... вся моя вот это сэкономленное мое время, оно все пригодилось, потому что я специально... хотел рассчитать так, что вдруг 12-й говно. А вдруг 12-й говно? Ну вот он, 12-й говно. Но у него на VR, по-моему, 6.03, если я ничего не путаю. То есть 10 секунд у него лучше 6-й, по-моему, если я ничего не путаю. Вот. У меня 6.13, 6.14 почти. При том, что Bad Moon в прошлом патче делал голду 5.25. 5, что-то такое. Это вообще Unreal время, то есть вообще. На полминуты? На 20 секунд? Ну, на 8.7 лучше, чем VR. Но VR есть VR. PB есть PB. Patch ban. Never. Never. 1909 траев. Это был 1909. Я не верю, нахуй. Ну, короче, смотри, если бы я забрал Макса, и 12-й хороший был, это 41.30.
41-30 можно сделать. Насчет SAP-41, я вам так скажу, SAP-41, ну, то есть, чтобы вы понимали, вы вообще не должны ошибаться. То есть, вот от голдового времени у вас должно быть, ну, везде там плюс 5 секунд, все. То есть, все в голду прийти, и тогда, но я такое пока не хочу делать. То есть, если кто-то там возьмется, надо новые страты изобретать, это надо гриндить, там много дочешуя мест, где надо... что-то там поменять, что-то там вот, потому что, блин, реально надо что-то поменять в некоторых местах. Что такое гар? А, Golden Axe Remake. Golden Axe playing in Golden Axe remake. Lol. Все, VR готово. Всего 3 месяца я гриндил это вот все. 3 месяца. 5-й? Да, 5-й, да. У меня, смотри, у меня, в принципе... Ты прикинь, это тот самый 3-й говёный, господи! Это надо пересмотреть, по этот 3-й тот говёный стейдж, господи. То есть, по сути, можно сделать 41-20, если очень-очень постараться. То есть, потенциал этого забега 41-20, 25-30. Ну, 41-30, давай честно, вот так вот. Потенциал вот этого забега. Вот такой. То есть, если ты берешь все страты, все у тебя получается, плюс-минус, ты делаешь 41-30. Фух. Сейчас. Сюда. Сейчас, может, Фокс придет. Now Cherry. Maybe Cherry, maybe Shiva. Где? Где виновник всего этого? Я ему выслал скриншот. Сюда. Где он, виновник? Он должен написать GG свое. Законное. Полноправное. Yes, Golden Axe, yes. I think the same. Где виновник? Пожалуйста, позовите его кто-нибудь. А, ну я же позвал, черт. А, он, блин, а он оффлайн, черт. Так хотел, чтобы он GG написал. Он еще подождал. Что там по онлайн, кстати? 20! Хрена себе, топ онлайн, на. What about normal? I need normal run. Yo, yo, папи. Желе? Может, GG? Да. Спасибо. Golden Axe, I need a think about normal. I need a sub 40. Maybe not. Maybe Shiva, maybe Cherry. I don't know. Yes. Где Fox? Приди, Фокс! Попади в историю. Я, короче, еще чуть-чуть жду. Как бы и все, можно заканчивать. Shiva Mania Plus, I think.
Так, наш гость главный явится сегодня. Фокс. Призываю Фокса. Давайте все... You know infinite. Yes. I have a run on Shiva. Фокс... Ну не, ну может занят. Как это? Буратино! Moonlight Fox! А нет, Снегура... Нет, всё-таки Влад. Сука. Не явится, да он? Короче... Это самый сложный забег за последнее время, который я делал. Реально самый просто неебически сложный. Потому что... What about Retro Blaze? Maybe Blaze 2? I think. 12 получается прошло с тем же временем, что... Да. Да-да-да, все правильно, все правильно. Вот, то есть... Мания плюс, я тренил там долго, месяц-два там, по-моему, и гриндил где-то месяц-два, то есть я меньше гриндил, но я больше там тренировался и искал всякое новое, потому что... потому что... когда Фокс забрал манию плюс, он сделал 50-34, по-моему, он сделал... У него ванильный сетап. Вот. А я-то через Рекакен действую. То есть там другие страты, вообще все другое. Но оно по итогу быстрее оказалось на Money Plus. Вот. И мне надо было все нахрен перелопачивать. Я все перелопатил. Вот. И, короче, на Money у нас, считай, что все стратки были с прошлого патча. No, I don't like skate. Blitz percent. Yeah. Вот, и короче, все стратки у нас были, но мы допилили, что-то взяли от других немножко персов, что-то новое добавили. Broken percent. Yes. Вот, и, короче, допилили все, осовременили, и Фокс вообще выдал 41.54. Да охренеть, при том, что прошлый VR 43.54 был, или 43.53, то есть в прошлом патче. Он выдал вообще 41.54, да охренеть. Я выдал 41.45. Блин, красиво было бы, конечно, если бы 41.41, но да ладно. Ладно, чё ж. Фокс не придет. Ладно, передаю привет Фоксу. Спасибо за челлендж. Как всегда. Больше не хочу, не надо. Я устал. Не надо мне таких челленджей больше на Blaze. Не, ну было весело, но я прям, знаете, когда кайфовал, когда изобретаешь новую страту, и она работает. То есть ты прям долго там день, два, какое-то место маленькое не можешь пройти, и такой потом раз, тебя осеняет, вот как с Шивой. Просто на ровном месте 5 секунд сэкономить. Изи. Хренакс придумал комбо. И вот таких микромоментов очень много. Так Хренакс по рану, если посмотреть, очень много таких моментов. Вот сидишь такой, вот и от этого прям кайфуешь, прям дичаешь. Ну я кайфую, когда вот ищешь стратки и применяешь их, они прямо когда работают особенно. Вот. А когда не работает, конечно, там это пердак улетает.